Да есть одно, на самом деле, золотое правило, как хорошо играть в танки. Другого не дано. Смотри, как играют другие, повторяй. Все, что надо знать. Никогда ты сам в этой игре не придумаешь ничего, что еще не придумали для тебя. И нет смысла тратить на это время, изобретать велосипед. Так, мне кажется.